Одни спокойно спят, не обращая внимания на многочисленных зрителей. Другие подкрепляются, третьи играют. Трудно поверить, что у каждого из этих четвероногих красавцев трудная, полная превратности судьба. Питомцев Зареченского центра стерилизации и социальной адаптации бездомных животных горожанам представили на благотворительном празднике «Лохматая суббота». «Лохматая суббота» проводится у нас традиционно ежегодно, в апреле, в марте. В этом году второй раз мы проводим, потому что решили сделать для жителей нашего города небольшой такой подарок и порадовать их осенним хмурым днем вот таким небольшим праздником. Поэтому надеемся, что наша инициатива встретит одобрение у людей, им понравится, что мы стали проводить этот праздник чаще. Волонтеры смогли привести на праздник лишь некоторых из своих подопечных. Всего в центре стерилизации сейчас находится порядка 90 собак и 60 кошек. Еще несколько десятков четвероногих живут на домашних передержках. Помогать животным – это, во-первых, доброе дело, то есть ты помогаешь животным, приучаешь их жить, то есть, грубо говоря, просто перестраиваешь их жизнь к лучшему. Но это еще и делает нам лучше. Мы учимся сострадать, мы учимся сопереживать, и мы учимся чувствовать чужую боль и помогать другим. И мы чувствуем боль не только людей, но и животных. Ты уделяешь время животным, которым досталось от уличной жизни, то есть ты их ласкаешь, там, приучаешь жить рядом с людьми, ищешь ему ручки, от этого становится гораздо добрее. И думаю, что так юное поколение должно туда ходить, потому что как бы есть дети, которые злые, рубят хвосты, потому что были такие случаи, что отрубают хвосты. А некоторые приходят и помогают. Посильную помощь волонтерам оказали гости «Лохматой субботы». Зареченцы участвовали в беспроигрышной лотерее и мастер-классах, покупали товары на благотворительной ярмарке, приносили свои подарки, корма, лекарства, необходимые для ухода за животными вещи. Мы очень нуждаемся в помощи всегда и постоянно, и поэтому, если кто-то сегодня не смог прийти на наш праздник, приходите к нам в центр, мы будем рады любым гостям. Во время благотворительного праздника было собрано 7400 рублей, а красавица Виола и очаровательный малыш Куки обрели любящих и заботливых хозяев. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».